Предприниматель Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Он еще весной выступил с резкими высказываниями, осуждающими российское вторжение в Украину. В марте из-за обвала акций он лишился статуса миллиардера, в апреле продал свою долю в основанном им же Тиньков банке. Тиньков стал уже пятым бизнесменом из списка Forbes, отказавшимся от российского паспорта.